Всем привет из Канады. Сегодня мы с вами идем в Massimo Dutti. Как вы видите, скидки там тоже до 60%. И мы, конечно, мимо не можем пройти. Сейчас покажу вам примерки, покажу то, что я нашла в магазине. Сам магазин я не снимала, потому что, в общем-то, мне разрешили уже один раз. И я стараюсь не попадаться им на глаза со своим телефоном. А в примерочной вот снимать могу, и поэтому в магазине вещи беру и несу в примерочную. Вот видите, 60%, платье, пальто, пиджаки, все что угодно. Давайте будем смотреть. Девушки, всем привет из Massimo Dutti. Тут тоже бушуют распродажи, как вы понимаете. Естественно, я не могла пройти мимо этого события. Я, естественно, навестила этот магазин, набрала много всякого интересного. Вот это платье обалденное. Я его еще заметила в прошлый раз, когда я здесь была, но я уже на выходе его, я не увидела его, когда я шла в примерочную. Оно очень дорогое, оно стоило $400, сейчас 200. Видимо, оно все из очень натуральных тканей, но я хочу сказать, что я, конечно, за $200 его не буду покупать, но я примерю, потому что она очень красивая, просто мне интересно. Я сегодня отдала дань моде на жилеты и надела, вот оделась как капуста. У нас тем более очень холодно. Такой вот у меня жилет, он разрезан с одной стороны, а с другой стороны он вот это у меня шерстяной свитер внизу. И, честно говоря, вот мне в руки холодно, поэтому я все равно вот эту моду на жилеты, девочки, я не понимаю. Потому что вот я сидела на работе, мне было холодно в руки, я ехала в машине в теплом пальто, и мне было холодно в руки. Ну, в общем, но зато я модная. Бусики всякие у меня тут посеребренные, с жемчугами, со всякими стразиками. Вся блестю. Но жилет этот, в принципе, его можно использовать, я надела его с юбкой, с такой шерстяной, а в принципе его можно носить с брюками, с джинсами, с кожаными какими-то. А, в принципе, оно длины как платье. Единственное, что вот у него здесь разрез большой, поэтому обязательно надо что-то надевать вниз. Девушки дорогие, я, конечно, начала с этого платья, потому что оно мне очень нравится, но оно очень, в нем очень странное. Сейчас я убираю это, чтобы было красиво. Эстетику, делаем эстетику. Из чего оно сделано, я не знаю. Судя по цене, из чего-то очень натурального, какой-то весь шелк с шелком. Но дело в том, что оно так лепится. Вот у него, значит, здесь подкладка. Много-много пуговиц. Терпения застегнуть его все мне не хватило, потому что пуговицы вот эти скрытые, и их много очень, потому что оно очень длинное. Вот смотрите, с этой стороны вот более или менее нормальный. И то, в общем-то, вот эта вот подкладка нижняя очень сильно... Прошу пардон, если я там что-то показываю, но я увлечена разлеплением его и, в общем-то, не вижу, что я тут снимаю. Но платье красивое, конечно, необычное. Вот здесь вот оно все прозрачное, вот это вот его как бы подклад. Подкладка, которая идет. Ой, как меня ругали за слово подклад, девочки. Подкладка. На шлейках. Но это не то, что отдельное платье, оно как бы. Идет пришито вот таким вот халатом, вместе подкладка, вместе с верхним платьем. И вот так вот все это вместе застегивается. А здесь, видите, она пришита, подкладка пришита к самому платью. И, конечно, в нем очень много красивых деталей. Посмотрите, как красиво сделан рукав. Офигенно просто. Тут еще оборочка. В общем, платье супер романтик. Супер красивое, супер такое необычное, немножко этническое, немножко какое-то. В принципе, даже сверху можно надеть пояс, но я вам сейчас покажу, как оно устроено. У него здесь вшит пояс тоненький. Вот то, что оно так вот прилипает, это просто какой-то ужас. Я не могу его нормально показать вам. Мне так обидно, ужасно. Но давайте я вам сейчас покажу, как оно устроено. А потом, наверное, уже на вешалке покажу все детали, потому что из этого залипания, прилипания невозможно ничего толком показать. В принципе, оно, видите, очень вот такое вот широкое. Здесь есть два пояса по бокам, которые пришиты, вшиты. И они как бы... Я их завязала сзади. В принципе, возможно, что их можно завязать и спереди. Нет, сзади, конечно, лучше. И вот оно вот такой вот ширины. И видите, здесь вот всякая прострочка. Очень красиво. Очень красивые детали,
Вот здесь вот это крылышко, оно как-то здесь кончается. В общем, девочки, я сейчас покажу его на вешалке, потому что оно ко мне страшно прилипло. Даже не ко мне, а между собой. Вот эта вот верхняя часть платья, подкладки, страшно липнет. Ну и вот такая вот у него длина. Значит, если вы захотите его купить, вы просто дайте ему, наверное, отвисеться какое-то время, чтобы оно как-то расклеилось. И антистатиком побрызгать его надо. Ну, вот такой вот оно, вот такой ширины. То есть нижняя подкладка, видите, нормальной ширины. А вот верх вот такой вот. Я не помню, какой это размер. Сейчас посмотрим. Давайте его просматриваем. Я вот так вот подвесила, чтобы было удобно. Значит, размер medium. Ну, вы видите, он довольно большой. Не смотрите на мои ногти. Я завтра иду их делать. Они в ужасном состоянии. Значит, это limited edition Massimo Dutti. Видите, сколько в нем всяких интересных деталей. Просто очень много разных интересных деталей. И благодаря этому оно очень красивое, необычное. Вот это кружево. Здесь вот это вот кружево. Сзади тоже вот эти вот защипы. В общем, оно все вот в таких вот защипах. Все в таких вот сзади тоже. Видите, на спинке тоже кружево. Внизу подкладка вот такая вот. Пришита вот шлейки. Видите, оно здесь вот пришито. Из недостатков я хочу вам сказать, что вот эти вот пуговицы, я сломала ногти и руки, пока я их застегнула, расстегнула. Я даже не смогла их все расстегнуть, потому что это невозможно. Вот видите, здесь пришиты эти вот веревочки. Так, посмотрим, давайте, сколько оно стоит, из чего оно сделано. Стоит он $200, немало. Видите, их два размера, есть small и medium. То есть они как бы не решили не запариваться и делать много размеров, потому что оно такое большое, широкое. Короче, значит, стоило оно $400, сейчас 200. Дороговато, конечно, девочки, хотя оно такое необычное и очень красивое. Но очень длинное, вот страшно длинное. Давайте состав посмотрим. Значит, да, оно сделано из 100% шелка, а подкладка 100% вискозы, поэтому оно такое дорогое. Ну да, в общем, это оправдывает его цену. Limited Edition 2021. Красивое платье, девочки, но $200 даже на сейле я, конечно... Нет. Нет, нет и нет. Очень дорого. Следующее платье, мне прямо оно нравится. Если честно, оно мне нравится. Расцветка такая немножко, знаете, как будто бы узбекский халат. Правда? Немножко напоминает. Оно немножко подешевле. И, в принципе, оно вот с карманами. Такое вроде бы платье-парашют. Видите, оно такое с воланами с одной стороны. А с другой стороны, оно как-то здесь вот немножко отрезано по талии. И немножко создает подобие фигуры, некоторого облегания. Сверху вот такой вот воротник-стойка. И интересная такая оборочка, деталь в плече. И вот такой вот рукав. Такой, с манжеткой. Ну, платье симпатичное, правда, мне нравится, красивое. Посмотрим, еще оно сделано, сколько оно стоит. Мне правда оно нравится, очень... Приятное такое, знаете, свободное, широкое, но в то же время вот немножко такое приталенное и как бы дает немножко иллюзию такого, знаете, подчеркивания фигуры. Это размер medium. Стоит оно всего лишь $70. Сейчас оно не стоило 100. А стоит уже какое-то уценение его. Оно стоило 200 или 100 с чем-то. Просто мне так кажется, потому что я видела в других платьях, была другая цена. Ну, в том же самом платье, но другой размер. Смотрите, как сделан у него интересный рукав. Правда красиво. И вот такая вот оборка. Единственное, что здесь, мне кажется, да, отсутствует пуговица. Видите, здесь должна была быть, здесь есть петля и должна была быть пуговица, но пуговица оторвана. И вот так вот оно сделано. Рукав фактически идет до талии. Потом оно отрезано и до низу идет две такие несколько оборок. А сзади, давайте посмотрим, как оно сделано. Сзади такая вот идет, как будто бы кокетка. И оно тоже отрезано по талии и идут оборки. Симпатичное платье, мне оно нравится, я думаю над ним. $70, в принципе, не так страшно. Не так
уж и страшно. А состав хочу посмотреть, сейчас посмотрим. Так, оно 100% вискоза, что хорошо. Ну, не знаю, нравится оно мне. Просто думаю, нужно ли оно мне или нет. Девочки, которые меня давно смотрят, вы, конечно, видели это платье. Я его примеряла в прошлом моем влоге с Массимо Дутти. Меряю его сейчас для себя больше, ну и для вас заодно. Кто не видел, то видел. Я тогда его мерила, мне оно очень понравилось. Я взяла размер medium. Сейчас я взяла размер large, потому что мне medium был немножко маловат. И это было одно из моих любимых платьев из всех моих примерок Массимо Дутти. Потрясающий вот этот рукав кимоно, потрясающий фасон, очень красивый цвет, очень красивая расцветка и размер large мне в самый раз. Я единственное, что здесь в этом платье, там висит их несколько, на этикетке не написана цена, сколько оно сейчас стоит. Я думаю, что порядка 70-80 долларов. И я спрошу, узнаю и напишу вам внизу, вот или где-то, когда буду монтировать, напишу, сколько оно стоит. Очень красивое платье. Размер large, и здесь вот как-то с ценами, я вижу, что написано 90-95 евро, то есть 100 евро оно стоило, полная цена, у нас, видимо, долларов 180 оно стоило, сейчас, наверное, оно стоит 70 или 80 долларов, и повторюсь, я, наверное, уже написала вам, и состав его 100% вискоза, девочки, кто видел это платье уже на мне, то вы знаете, а кто не видел, то... Давайте вместе посмотрим еще раз на очень красивый цвет, очень красивую ткань и очень красивую расцветку. Любимый мой зеленый цвет. Две очень красивые вещи на мне. Очень хорошая такая базовая, бежевая, молочная, я бы даже сказала, юбка, которая вот здесь вот на поясе, и потом она идет из, сшита из много-много клиньев. Наверное, клиньев 8. И очень... Немножко длинная она. Боже, какой все у нее длинная. Просто ужас какой-то. И очень красивого цвета, совершенно обалденной красоты свитер. Просто очень красивый. Мне он так нравится. И он такой пушистый. Слушайте, я не помню. Я, может, его мерила в своем прошлом блоге, девочки. Я уже не помню. Вы, наверное, тоже. Он очень-очень приятный. Цвет обалденный. И очень красивый оттенок розовый. Знаете, такой... С одной стороны яркий, такой немножко bubblegum, с другой стороны не противный розовый, а такой немножко нежный розовый. И очень-очень приятное качество. Мне кажется, он, в нем должна быть шерсть какая-то, как-то махер или альпака, потому что он такой пушистенький. Ну, сейчас я вам сниму тоже поближе. Очень мне нравится, очень приятный свитер и очень симпатичная юбка. Юбку я оставлю, потому что у меня есть еще что-то не примерять. Что-то я заговариваюсь. А свитер сниму, сейчас вам сниму прямо. И цена у него сейчас очень хорошая. Очень красивый свитер. Просто и такая, знаете, хорошая длина, хорошая ширина. Он large. Он был бы быть и medium, но medium нет. Есть small и large. Small я решила не брать, потому что я подумала, что он у меня будет маленький. А вот этот large даже, в принципе, и неплохо. Так, смотрим. Вы представляете, он сейчас стоит... всего лишь 50 долларов, а стоил, по-моему, 120 или 130, что-то такое. В общем, довольно хорошая скидка уже, и это размер large. И здесь написано, что он сделан из итальянских ниток и сделан в Испании, представляете? Все в нем хорошо и даже хорошая цена. 50 долларов, в принципе, для такого свитера. Это не так уж и много, согласитесь. Причем, видите, на него уже там три этикетки налеплены, то есть он уже три оценки прошел. Я думаю, что я сегодня удачно попала, потому что вот именно, может быть, сегодня или вчера у них прошла очередная оценка, потому что еще, поэтому есть еще много вещей, которые не раскуплены, но в то же время уже цены довольно хорошие. Состав, я считаю, прекрасный. У него 66% вискоза, 17% альпака и 17% шерсть. Очень хороший состав для такой цены и вот такой вот неимоверной красоты
цена 50 долларов, действительно дешево. И очень он прямо прелестный свитерок, прямо очень прелестный. Прям я тоже, знаете, задумалась. Смотрите, какая интересная вещь. Мне прям она очень понравилась. Не обращайте внимания, у меня там черная внизу. В общем-то, она прозрачная. Но если надеть ее с бежевым бельем, я думаю, что она не будет так светиться. А какая интересная рубашка. Посмотрите, у нее такая интересная вот здесь вот оборочка. Какая-то вот ленточка. Просто не просто такая, а вот какая-то перетянутая вот таким. Ну, в общем, все в ней интересно. Интересные манжеты с какими-то завязками. Вот это вот идет по всей длине. Здесь вот разрез сбоку, полоска так, полоска сяк. В общем, такая рубаха-туника. Туника. По-моему, очень интересная. По-моему, просто супер красивая, я бы даже сказала. У нее сейчас хорошая цена. Я сейчас вам покажу. Сначала спрячу. И мы с вами еще посмотрим, из чего она сделана. Мне она очень нравится. Она, видите, как рукав? Рукав такой цельнокроенный, идет вот с этими вот боковинами. Слушайте, она такая красивая, серьезно, очень интересная. Но ее, конечно, надо не с юбкой, а вот с джинсами, с брюками, с какими-то. Да и с юбкой можно, только, может быть, с другой. Но не знаю, что-то она мне очень нравится. Очень такая, знаете, необычная и интересная вещь. Это размер large. Мне, может быть, бы нужен был бы M, а может и не нужен. Но ее больше, по-моему, она одна в магазине. Я видела, что она одна. Видите, как интересно сделан рукав. Здесь у нее вот такой вот воротничок стойкой, оборочка. И вот пришит такое, знаете, как рулик. Как это называется, девочки? Ну, завязочка, короче, такая. Причем она еще такая вот с какой-то золотой ниткой здесь. И да, вот сбоку у нее разрезы. И вот эти вот полоски сделаны, видите, вот здесь вертикально, а здесь вот они горизонтально, собственно, со вшитым рукавом. На манжете здесь тоже. Манжет тоже интересно сделан. Вот с такой же оборочкой, вот с такой же завязочкой. В общем, ну такое. Симпотная кофта. И она, представляете, стоит сейчас 40 долларов, а стоила 130. Представляете, какая хорошая оценка. Я прямо воодушевилась. Давайте посмотрим, что она сделана. Мне очень интересно, почему она была такая дорогая. А состав так себе, да. 61 вискоза, 23 лайсел, 16 найлон. Да, я что-то думала, что в ней больше чего-то натурального. За такие деньги-то она стоила 130 долларов. Что-то они, конечно, немножко замахнулись на эту цену. Ну, неважно, мне она нравится. Размерчик бы поменьше, подумаю тоже над этим. Подумаю. А, обычный базовый бежевый гольф. Размер, по-моему, large. За счет этого он не облегает нигде, а довольно такой свободный, просторный. Я принесла его, чтобы померить мне там пиджак. Я вот хочу их померить в таком составе. Вот гольф, юбку и пиджак. А потом вам все сниму, из чего оно сделано, сколько стоит. По-моему, этот гольф стоит сейчас 30 долларов. Тоже недорого, смотря из чего он, какой в нем состав. Мы потом посмотрим и решим, стоит он 30 долларов или нет. Ну, 30 долларов, конечно, это вообще не деньги. Если он еще в чем-то в нем есть натуральный, но очень приятный на ощупь. И такой цвет, девочки, он подойдет абсолютно ко всему. Я считаю, что он абсолютно, даже к этой юбке и к абсолютно любой юбке, цветной, не цветной, очень хороший цвет, прям такой правильный беж. Не очень светлый, не очень темный. Смотрите, какой хороший пиджак, прямо правильный, такой, как надо. Только я в него... Нет, я застегиваюсь у него, и когда я застегиваюсь, он... Сейчас. Когда я застегиваюсь, он... Получается немножко приталенный, потому что, в принципе, вот этот свитер на мне довольно толстый, поэтому как бы он так, а если надеть что-то, вернее, свитер не толстый, он просто широкий, поэтому под этим пиджаком немножко так вот он здесь морщит, но вообще, в принципе, он очень-очень правильного фасона, видите, он такой приталенный, и здесь вот так вот он расходится, это очень красиво, я считаю, что это очень красиво, и с этим свитером, вот с этой юбкой, давайте я их расстегну. Очень красивая, хорошая, тоже такая правильная клетка.
Конечно, пиджаки в Massimo. То, что надо. Очень хороший пиджак. Очень красивый. Смотрите, вот такой он расцветки, черный с бежевым, с белым. Вот классические три цвета. Единственное, что у него на спине нет подкладки, подкладка есть здесь. Не так многие эти пиджаки сделаны, очень хорошо сделан. Стоил он дорого, и сейчас он стоит не очень дешево. Он стоил 219, а сейчас он стоит 129. Ну, довольно большая уже оценка, и это размер 40-й. 40-й. Европейский или 8-й американский. Давайте посмотрим его состав. Значит, цена $130 сейчас. Давайте посмотрим его состав. Значит, сам пиджак 50% вискоза, то есть сама вот эта вот ткань, и остальное шерсть. А нет, не остальное. И 32% шерсти, один эластан. Подкладка. Что-то мне не состыковывается, девочки, не получается стол. Короче, подкладка 50% ацетат и 67% вискоза. Ну, короче, у меня что-то не сложилось. С математикой у меня все плохо. Но есть вискоза и шерсть в самом пиджаке, и ацетат, и вискоза, по-моему, в подкладке. Ну и немножко синтетики, конечно, добавлено. Хорошее такое приятное качество. Очень-очень-очень хороший пиджак. Еще один пиджак офигенного цвета, такой, знаете, он не красный, он такой терракота, бледная терракота, я бы так сказала. Он довольно объемный, 42 размер, и он мне как раз, по-моему, 42 это, наверное, 10 американский, 42 европейский. Очень хороший пиджак, очень красивый цвет, просто такой красивый цвет. Обалдеть. И вот он такой двубортный, и он немножко приталенный, и он такой вот тоже как надо. В общем, чики-чики-чики-пуки пиджачок. Очень хороший. Цвет такой необычный, знаете, он вроде как бы и не базовый, такой бежевый какой-нибудь или серый, но в то же время он не очень яркий, и он не очень такой, знаете, доминантный, а вполне такой интеллигентный, спокойный цвет. Значит, это размер 42, американский 10, как я и говорила. Видите, какой цвет? И очень хорошая ткань, приятная. Посмотрим, конечно, состав. Пуговички такие. Хорошая скидка какая. Смотрите, он стоил 280, а сейчас он стоит 90. Прямо классно. Прямо очень хорошая скидка. Интересно, вот этот стоил... Я уже забыла. Давайте посмотрим. Этот стоил дешевле, а сейчас он стоит 130. Или просто на него не налепили стикер с новой ценой, потому что этот прямо такой шикарный. $280, а сейчас он стоит 90. Шикарный пиджак. Я считаю, что он шикарный. Просто шикарный. Давайте состав посмотрим. Может, мы удивимся еще больше. Написано, что это итальянская ткань. Уже хорошо. И да, у него очень хорошо. 100% шерсти, подкладка 100% вискоза. Да. Конечно, класс. И он чувствуется, вот это чувствуется, что это 100% шерсть. И он стоит всего $90, девочки. Цвет офигенный. Гольф стоит всего лишь $30, а стоил 100. У меня такое ощущение, что у них, знаете, не все вещи, потому что некоторые вещи прям намного дороже, некоторые намного дешевле. То есть мне кажется, что они не на все вещи наклеили стикеры. Гольф очень хороший, я хочу посмотреть его состав. За $30 это вообще, можно сказать, даром. Девочки, вы представляете, 95% шерсть, 5% кашемир. $30. Я в H&M такой состав. Помните кардиган мерила? Он стоил в 2 раза дороже.
Или тут что-то неправильно приклеено, я не знаю, но он потрясающий. Шерсть с кашемиром. Шикарный цвет, шикарная цена. С ума сойти. Девочки, значит, юбка. Сейчас достану. Join Life. Размер large. Стоит сейчас $70, стоило 170. Давайте посмотрим ее состав. Она на вид такая, как хлопчат бумажная. Но видите, вот она сделана сверху пояс, и потом она сшита из клиньев. 10, 8, в общем, что-то такое. Короче, здесь все сложно, но подкладка 100% вискоза, а сама юбка 47% катон и что-то такое там вискоза. Остальное в основном 50 вискоза, нет, 50 лесел и что немножко синтетики. Ну, в общем, хороший состав. Она так и выглядит, как натуральная, и подкладка тоже чувствуется, что натуральная. Неплохая юбочка. Я так ее сняла с одного боку, чтобы здесь у нее висит этикетка, поэтому мне было так удобно. Что ж, девушки, на сегодня все. Я вам скажу честно, уйти отсюда сложно без покупки, потому что очень хорошие вещи за очень хорошие цены. Я подумаю, что я куплю или вообще не куплю ничего. Потом, наверное, сниму вам видео, если что-то куплю, расскажу. Но видео, а если ничего не куплю, то не буду рассказывать. Все, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Всем привет с Канады. С вами была ваша Дита. До следующих встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока-бай.